не надо, а? Вот зачем ты его заводишь в то время, а? Ой, Гриша. Ничего, если думать, что я не сдюжу, пускай так и скажет. Немец, держи-ка. Ой, Гриша. Хорош. Ну-ка. Так, иди ко мне, мой хороший. Эй, Береза! Симпатика! Вот, вот это чучело мой друг, Гриша Котовский. Здрасте. Ну куда руки-то грязные? Извините. Это Анна, моя невеста. Очень приятно. Это Зильберг. Очень приятно. Это Вайнер. Тоже очень приятно. Извините, к сожалению, не могу руки подать. Ничего. Ой, вы знаете, а мы у бабушки остановились. Может быть, вы придете завтра? Приходите все вместе, хорошо? Обязательно. Я приду. Обязательно. Но тише! Что за свет в ее окне? Оно восток, а в нем Джульетта солнце. Всходи, всходи, прекрасное светило, и свет луны завистливой затми. Пугал. Клянусь тебе, священной луной, что серебрит цветущие деревья. О, не клянись луной непостоянной. Луной свой вид меняющий так часто, чтобы твоя любовь не изменилась. Так чем поклясться? Так чем поклясться? Вовсе не клянись. Если хочешь, поклянись собой. Самим собой, душу моим кумиром. И я поверю. Но если... Или... Береза, держи! Береза! Держи! Береза! Чуть шею не сломал, дурила! Глупый. Я не могу держать и подсказывать одновременно. А еще немец тут. Дурак. Я же говорил, держи, держи. Ну, знаешь что? Сам бы держал, а я бы наверх полез. Еще Шекспира не читал. Ладно, пошли. Дурак, пошли. Да пусть Зильберг. На! Пошли. Бурашку отдай. На. Угощайтесь. Что вы сидите, как буки? Не стесняйтесь. Угощайтесь. Хотите, я вам погадаю? Скажите, а вы читать любите? Да, очень. Особенно коммерческую арифметику и двойную бухгалтерию. Зачитаешься? Не, ну на самом деле, если по части книг, то это вон Гришки. Григорий, а что вы любите читать? Майнерида, Бусинара. А что ты смеешься-то? Хорошие книги. Да? А про что? Очень хорошие, про приключения индейцев, драгоценности. Можешь прочитать? Непременно. Я, кстати, всего Шекспира практически перечитал. Да вы не стесняетесь. А вы знаете, я не стесняюсь. Скажите, а вы какие книги любите читать? Вы знаете, я романы люблю. Английский, французский. Гадать будем на четырех королей. Может, я буду призом? Нет, гадать на короля. Да? О. Так, червовый король, веселая жизнь, казенный дом, злая женщина, бубновый, несчастная любовь. Пикова счастливая. И что, и что? Потом. В вашей жизни будет много любви, приключений. Даже слишком много. А можно как-то поподробнее? Вы будете связаны всю жизнь, но ваши дороги разойдутся. И лучше бы вам вообще не пересекаться. Мило. Очень мило.
Что-то мне не нравится такое гадание. Так, все, нам пора. Иначе влетит. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. И, кстати, на карты гадают совсем по-другому. Главное, что взвалась. Не приведи Господь. Что смеешься, Береза? А если это правда? Что правда? Да то, что Анна нагадала. Вот сейчас экзамены. Потом все кто куда. И все? Что все? Помрем, что ли? Да нет, дай бог, не помрем. А жизнь, она длинная. Обязательно встретимся? Да не, симпатик. Правильно желудок говорит. Неизвестно, как дальше что сложится. Слушайте, а давайте поклянемся. Вот прямо сейчас, что будем дружить всю жизнь. И что бы ни случилось, будем всегда друг другу помогать. И выручать, даже если сам можешь пропасть. Я клянусь. 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 Я вас очень прошу, будьте таким добрым. Верните мне дедушкину флейту. Курт-то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 -
Папа меня так бил, вы бы видели. Моя душа чуть не вылетела из тела. Смотрите, какой я худой. Из меня очень легко выбить душу. Возьмите ваши 5 рублей и верните мне дедушкину память. Забудьте эти 5 рублей, молодой человек. Они ваши, ваши. И скажите папе, что бить дважды за одну и ту же флейту, ну это просто смешно. Папа не поймет. Вы сделали хороший дешев. Хороший. Ну вы помнили дедушку за 5 рублей? Да. А теперь будете помнить. За 20? Нас будут помнить не вместе. Я хорошо, хорошо. Вы... Хорошо, хорошо. Вы хотите меня разорить? Вы хотите пустить меня помер? 25. Это последнее слово. Как 20? Нет, мне не нужны деньги. Что вы такое говорите? Как это вам нравится? Ему не нужны деньги. Ему не нужны деньги. Как это вам нравится? Идите, молодой человек, идите. Идите, молодой человек. Папа, ему не нужны деньги. Я буду дважды лёгким за одни сутки. Я мог бы, как я шатан, номер ехать 10 месяцев. Ты наглый молодой человек. Так вы говорите 500? Да, деньги будут сегодня вечером. И я вас умоляю, уберите эту вещь, пока вы ее не сломали. Стоишь. Вечером? Так вечером. Гриш, шутки шутками, а вдруг она и правда стоит 500? Хорош. Побойся Бога, откуда у бедного еврея флейта за 500 рублей? Дедушка расстроится. Да и черт с ним, надоело до смерти. Здорово. Ну что, Танька, как успехи? Во, лопатник подрезал на бульваре. Вот Танька молодец. Ну, сеструха, молодец. Вот сколько раз можно повторять? Лопатничек сбрасывать надо. Йося, а? Как твои дела? Гриш, я полдня караулил, ну честно, только отсунулся за бельишком, а там уже за родовой. Лучше не продолжай, а то я сейчас расплачусь. Босяк. Мишка, как успехи? Ну, ну-ка дай-ка. Мишка, Мишка, а сколько раз можно предупреждать? В полицию захотел. Еще раз увижу, руки повыдергиваю. Дурак ты, Миша. Да иди ты.
ровнее, господа, ровнее, ровнее. Так. Слова гимна все помнят? Как там, Власий Игнатьевич, славься во славу нам? Немец, пригладь волосы. Зильберг, царствуй на славу нам. Спасибо. Застегните ворот, Вайнер. Так. Давай, помогу. Не кто-нибудь, царь все-таки. Вася Игнатьевич, будьте любезны, объясните, что это происходит. Готовы к встрече государя-императора, господин директор? Если верить газетам, Вася Игнатьевич, государь в настоящее время находится на отдыхе в Ливадии. Или вы располагаете другими сведениями? Кроме того, я не уверен, что государь вообще информирован о существовании нашего сельскохозяйственного училища. Так ведь по вашему приказанию. Что? Он прибежал, говорит, они едут уже. Кто он? Он... Хотя, это что я спрашиваю? А будьте любезны, Котовского, когда он появится, ко мне. Бугай был здоровый. Я у него хотел кошелек подрезать. Там много народу было, но они не вмешивались. Я увижу, я тебе его покажу. Разберемся. Он мне как дал в морду, блин. Я с копыт. Я от этого устаю. Что ты достаешь? Нельзя, сыночек, нельзя. Слышь, Миша, еще раз узнаю. Я эту финку тебе... Яблочко хочешь? Ребят, вы идите, а я... Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Григорий. Почему вас березы называют? Да вы знаете, так в деревне принято называть здоровых парней. Ну, знаете, таких сильных, смелых, завоевых. Значит, вы смелый и сильный? Ну, почему же? Немец, он тоже очень сильный. Да и потом симпатик. Ну, в смысле, чеманский. Он здоровый. Просто мы все друзья такие, ну, знаете... Навсегда. Это потому, что вам делить нечем. Ну, а что же нам делить? Ну, что делят мужчины? Деньги, положение в обществе, женщины. Но вы же любите романы, там все написано. Да, но там и о дружбе написано. Да. Но моя мама любит повторять, что только родители не предают своих детей. Я потерял родителей очень рано. Поэтому у меня, кроме друзей, никого нет. Простите. Ничего. Добрый день. Здравствуйте. Разрешите? Да, пожалуйста. Здорово. А ты откуда? Да я-то мимо шел. А вот ты что здесь делаешь? А я как раз хотел Анне предложить. Анна, вы знаете, мы к выпускным экзаменам ставим пьесу. Вы бы не согласились сыграть у нас Джульетту? Какую Джульетту?
Мы же разбойников Шиллера собирались ставить. Да, но теперь у нас есть кого на женскую роль. А вы знаете, в гимназии я участвовала в одной постановке. И меня даже хвалили. Ну, вот видишь. А я бы Отелло поставил. Очень поучительная история. Женщина ни сном, ни духом, а он ее раз и готова. И правильно сделал. Не давай повода. И что? Анна согласилась на Джульетту? Да. Кстати, между прочим, сегодня обещала прийти на репетицию. Да. Ну и кто, Ромео? Не знаю, посмотрим, может быть, я сыграю. Может, все-таки Отелло? Ну зачем же? Ромео и Джульетта — более романтичное произведение. Вот тот мужик, который мне морду набил! Убью! Я сказал, успокойся, все в порядке, все. Гриша, бежим! Чукана! Бежим! Мишка, ты что сделал-то? Черт! Котовский, мы тоже в свое время. У вас светлая голова, вы успеваете одним из первых. Если бы это было в моих силах. Но все это дошло до попечительского совета. Престиж училища, тому подобное. Одним словом, от меня потребовали вашего отчисления. В кои-то веки вы ничего не натворили. И на тебе. Я нашел тебе место. Помощником управляющего в поместье Семиградова. Это рекомендация. Спасибо, но... Григорий. Я был бы рад ошибиться, но с твоим характером тебя ждут многие беды. Так, а вот это что за две цифры? Вот здесь? Да. Это предполагаемый барыш за прошлый год. Ну, учитывая обороты, среднюю урожайность и так далее. А вот здесь, обратите внимание, барыш действительный. Верно, верно. Я получил 7500 с копейками, а тут 9400. А как же это вышло? Ну, как вышло? Меня тогда здесь не было. Вот мерзавец, а вот негодяй. Обманул, украл. Но никому, никому верить нельзя. А вы умница. Посмотрите, как у вас все четко и понятно изложено. Как в учебнике. Двойная бухгалтерия научает вести книги таким образом, чтобы в любое время можно было иметь полный обзор произведенным оборотом, состоянию имущества, а также при составлении справки счета о убытках и прибыли. Абсолютно точно. Абсолютно. Добрый день. Здравствуйте.
же. Я и не знал, что вы играете на рояле. А? Тася, поди же сюда. Послушай, как Григорий Иванович играет на рояле. Тасенька, где же ты? Ну что ты кричал? Я думала, пожар. Ты послушай, это же восторг. Григорий Иванович, поиграйте же. Поиграйте. В нашей глуши такие таланты. Это же можно придумать что-нибудь этакое. Скоро гости приедут, племянница моя. Вы же можете аккомпанировать, а Тася будет петь. Так что вы уж порепетируйте как следует. Туся, почему такая скучная? Григорий Иванович, я к соседу в картишки поиграть, поужинать. Вечером вернусь. Ну, скорее всего. Да. И помните, скоро гости приедут, так что устроим домашний концерт. Порепетируйте. Поехали, дружочек, опаздываем. Ну, вошла. Я нынче не в настроении заниматься музыкой. Отчего же? У меня голова разболелась. У вас вовсе не болит голова. Не надо. Он приедет. Он не приедет сегодня. Слушать устала. Ты мужу своему скажи, пускай получше приглядывает. А что приглядывать-то, когда загоняли коня? Добро бы только по делу. Это прогулки дальние. Обидно, что без тебя. Так ты скажи, в следующий раз возьму с собой. У вас есть с кем кататься? Вашего брата много не бывает. А он муж твой. Волком смотрит. Того и гляди съест. Ну, уже это не мне бояться надо, кому-другому. На вас многие зуб точат. Глянь-ка, едет кто? К барину гости.
Тетя. Мы так ждали, ну, наконец-то. Мы так ждали, так ждали. Нас так растрясло в дороге, мы не ехали, а просто летели, правда? А Иван Ильич скоро будут. Они в город уехали срочно по делам. Гришка. Гришка. Гриша! Что стоишь, не признал, а? Серьезно? А я уж думал, обознал. Ну как ты? Ну как, соответственно положению. Навоз, скотина, мужики. Как у вас? Симпатик. Когда свадьба? Ну. Я пришлю приглашение. Надеюсь. Ждали вас. Кто это столько репетировал? Скука, господа, конечно, страшно. Просто иногда хочется волком быть. Вот Григорий Иванович со мной согласится. Но тем слаще бывают поездки в город. Возможность, так сказать, приобщиться к цивилизации. Вам, конечно, по молодости непросто меня понять, но, поверьте, со временем вы будете использовать всякую возможность, так сказать, отдохновения от семьи. Стрелы Амура, поверьте мне, поражают не только такие юные сердца, как ваш. Григорий Иванович, не откажите в любезности аккомпанировать мне? О, да, господа, вы непременно должны послушать. Они так прекрасно исполняют. Такой дуэт, Григорий Иванович. Прошу вас, прошу. Поздненько выезжаем, охотнички. Спасибо, конечно, что пригласили, но долго мне здесь еще будем, а? Еще один романс, и я руки на себя наложу. А тебе что, не понравилось? Что романс? Они тут целый спектакль. Я его спрашиваю, Береза, зачем тебе все это? Нашел кого воспитывать. Ну, а он что? А что он, что он? Он, как обычно, скучно говорит. Ладно, все. Я сюда приехал охотиться, я поехал охотиться. Олесь. О, Аннушка. Вы надолго? Не знаю, как повезет, как получится. А что случилось? Я домой хочу. Ну, я не знаю. Это мне, собственно, все равно, это твои родственники. Хорошо, мы никуда не поедем. Немец, слезай, мы никуда не едем. Ну что, пойдем собираться. Хорошо, езжайте, после охоты мы уедем. Аня! Аннушка, да что случилось? Ладно, давай по коням, поехали. Поехали, поехали, ну! Опа! А, да, я ему сказал, еще раз так вычистит паровой котел, я его на воротах повешу. Справедливо, Григорий Иванович, совершенно справедливо. Угу. Извините, что-то случилось? Нет, ничего.
только сердита на меня. А чего я должна сердиться на вас? Все-таки я хочу вам сказать. Конечно, Машенька, конечно, уносите, да, я уже попил чай. В чем дело, дорогая? Оставь эти чашки. Пошла прочь! Зачем же так кричать, Тусенька? Я хочу, чтобы ты вызвал полицию. Кого вызвал? Полицию. Господи, боже мой, а зачем? И где я буду искать? До города 20 верст. У меня пропали драгоценности. Что пропало? Драгоценности. И я знаю, кто это сделал. Это Котовский. Кто? Прекрати меня переспрашивать! Хорошо, Тусенька, только успокойся. Ты наверняка ошибаешься. Управляющие крадут деньги, а горничные крадут драгоценности. Хотя нет, Маша не могла. Какая Маша? Ну... Я говорю тебе, это он. Хорошо, только не кричи. Если ты уверена... Что же нам делать? Вышвырни его немедленно. Куда едем-то? А? Че молчишь, холопская душа? Барин прикажет, так он и человека ударит. Или ты меня в проруби топить собрался? Скажи хоть, за что били-то? Сам-то не знаешь. Вот балда! Раз я б тебя спрашивал, как бы знал. Эй, дядя! Ты чего удумал-то? Вот зараза! Живой! Живой! Да живу! Вот зараза! Ноги хоть развяжи! Не велено развязывать! Что ж ты меня от дороги-то бросил? Меня ж тут повек никто не найдет, мерзавец! Извиняй, Григорий Иванович, не велено! Если хозяин прознает, что не так исполнил. Ты из бабы не был слишком ловок. Урок тебе. Все, не поминай лихом. Пошла. Ну, Татья. Ну, любимая. Ну, стерва. Воистину, где черт не сладит, бабу пошлешь. Да, хороший с тебя охотник, ничего не скажешь. Ну и что? Зато покатались на лошадях, хорошо. Что хорошо? Хорошо, что ты мне башку не отстрелил. Да вот что хорошо. С чего бы я тебя отстрелил башку? Да с того! Башку? Гришу да увезли! Я... Избили, бросили в телегу и увезли. Хорошие у меня родственники. Стой! Стой, уродная! Стой! Чего смотришь? Развязывай давай. Смотри, еле живой, а командует. Веселый барин. Вот спасибо. А то уж я тут собрался Богу душу отдавать. А тебя-то как сюда занесло?
Лес у барина ворую. А, извини. А, ничего. Я ж тебя не спрашиваю, чего ты связанный посередине леса валяешься. Ну что, могу рассказать? Успеется. Сперва отогреться надо. Ну, пойдем. Ты водки, водки выпей. Она согревает. Да не люблю я проклятую. Лучше бы чаю. От чая только до ветра бегать. Да, история. Теперь ты говоришь, человек конченый. Ославили тебя на всю округу, жизнь тебе не будет. Это мы еще посмотрим. Новую жизнь никогда начать не поздно. Ну, все, как говорится, воля Господня. Только не видел я, чтобы человек набело свою жизнь переписывал. Это как с избой. Ежели первый венец криво положил, то как потом не управляй, все едино. Крышка на бекрень будет, да. Родители? Ну, ежели при деньгах, тогда, конечно, помогут. Да нет у меня родителей. Это письмо рекомендательное, оно чтобы на работу взяли. Ну, вроде как тот гад, которого работал, пишет, что, мол, работник, я хороший, то да сего. Вот что значит ученый человек. Все пути открыты. И украсен может завсегда больше. Да говорю уже, работать я хочу. Работать. А-а-а. Ну-ну. Тогда, конечно. Позвольте, милейший, полюбопытствовать. Как долго вы служили у Семиградова? Да уж почти год. Ну да, без малого год. Вы знаете, Семиградов ни о ком так лестно до вас не писал. Он просто в восторге от вас. Ну, вы знаете, мне тоже грех жаловаться. А хозяин он добрый. Ну, а коль так, что же вы решили его оставить? Видите ли, дело в том, что поместье у вас больше. Стало быть, и платить вы больше станете. Знаете, мне Семиградов говорил, что вы вора негодяй, что вы его обокрали и удрали. И что полиция вас ищет, только поймать не может. А я поймал. Врет твой Семиградов. Ничего я у него не крал. Понял ты? Понял! Оклеветал он меня. Он и баба его. С началом тебя новой жизни, Григорий Иванович. Давай-ка, поехали. Ну, милая! Давай, 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 давай!